Всем привет! С вами снова Екатерина Шаленкова, и я рада рассказать о новинках в Bittrex 24, которую мы выпустили в августе. Первая важная и долгожданная новинка – это CRM-аналитика. Уже доступны первые отчеты по лидам и сделкам, которые позволяют вам детально проанализировать данные из вашей CRM. И мы сделали сквозную воронку от лида до продаж, которую многие так ждали. Напомню, что новые отчеты имеют два важнейших преимущества. Во-первых, вы можете строить графики по любым вашим пользовательским полям, просто указав их значение в фильтре. Во-вторых, на любое полученное число можно кликнуть и увидеть все лиды или сделки, которые были подсчитаны в отчете. Мы уже работаем над следующей порцией новых отчетов, а пока ждем от вас фидбэк по тем отчетам, которые сейчас доступны. Далее туннели продаж. Bittrex 24 позволяет не только настраивать воронки продаж, но и связывать их между собой. Эта связь и называется туннель. В одном интерфейсе вы можете легко построить воронки для своего бизнеса, а затем одним движением мыши провести туннель между ними. Такой туннель создает робота, который автоматически копирует сделку в другую воронку при достижении ее определенной стадии. Например, как только вы заключили с клиентом сделку на покупку кондиционера и вам поступила оплата, в воронке по установке кондиционеров автоматически появится копия вашей сделки со всей информацией, которая уже была занесена в нее. Таких воронок и туннелей может быть любое количество. Все зависит от сценария вашего бизнеса. Еще одна новинка CRM – это настройка карточки Канбана. Теперь вы можете указать, какие поля необходимо вывести в форму быстрого создания сделки, а какие в карточку просмотра. Количество полей также не ограничено. И, наконец, представляем новый профиль пользователя. Теперь это не просто страница с информацией о сотруднике, а целый персональный раздел. Здесь вы задаете свое настроение, с которым работаете в Bittrex 24. И что самое важное, другие коллеги, заходя к вам в профиль, будут тоже видеть его. Можете указать интересы и найти коллег, которые также увлекаются кино, музыкой, спортом или другими увлечениями. Рассказать о себе и поделиться интересными фото. В блоке слева представлены благодарности, которые вам когда-либо выражали в живой ленте Bittrex 24. Если, заглянув на страничку своего сотрудника, вы увидели, что благодарностей пока нет, самое время исправить эту ситуацию. Тем более, что отправить красивую иконку теперь можно прямо из профиля. Кроме всего, в профиле можно создавать свои пользовательские поля, по которым потом легко искать сотрудников в обновленном списке. Вот таким ярким и информативным получился новый профиль в Bittrex 24. Это все новинки августа. Знакомьтесь с ними, делитесь впечатлениями и до новых встреч!